Последний день выборов на избирательном участке номер 238 жителей Хабеса ждал кафа в исполнении молодых участников местного ансамбля. Олег Гунежев признается, что праздничная атмосфера на избирательном участке успокаивает перед волнительным выбором. Мы ответственные по каждым участкам. Мы и в пятницу, и в субботу работали, поэтому вот сегодня сразу пришел исполнить свой гражданский долг на моем участке. Жители Хабеса с голосованием тянуть не стали. Львиная доля активности избирателей пришлась на первые два дня выборов. Поспособствовало такой активности и то, что кандидаты приезжали к жителям аула и напрямую выстраивали с ними контакт. Каждый, значит, показал свою программу. Вот. Я думаю, Хабесский район выбрали достойную кандидатуру, потому что мы им напутствие дали, допустим, в случае победы, те проблемы, которые они могут решить или, допустим, во всяком случае, попытаются решить. Поэтому у нас, наверное, определен свой кандидат, который действительно нам показал, что он сможет сделать. Пусть заключительный день голосования и уступал первым двум по активности на избирательном участке, но именно такое разделение на три дня позволяет обойтись без очередей, да и просто дает возможность отдать свой гражданский долг, не жертвуя ради этого работы или отдыха. То, что выборы проходят несколько дней, это удобно для избирателей, потому что в любое удобное время в течение вот этого периода они могут подойти и проголосовать. Активность достаточно высокая. Скажу, что активно принимает население в голосовании. Напомним, что в воскресенье завершающий день выборов депутата Государственной Думы от КЧР по одномандатному округу номер 16 и депутатов представительных органов ряда муниципалитетов республики. Хаджибай Рамуков, Саид Исмаилов, Архыз 24.